Этапы разделили на 3 дня. Впереди маршрут выживания с элементами поисково-спасательных работ, комплекс силовых упражнений и, конечно же, творческая программа. Участники – ребята от 12 до 16 лет. Некоторые из них посещают уроки школы безопасности регулярно. Я приехал уже на эти соревнования 3-й раз. Каждый раз организаторы подготавливают что-то новое, что-то интересное, но есть какие-то виды, которые есть всегда, есть какие-то, которые новые, вот мы к ним готовились. Все готовились, приехали получить эмоции и, конечно, победить. Занятия в этой школе максимально наглядные. Курские спасатели выступили на соревнованиях с показательной программой. Ребят познакомили с процессом тушения пожаров и снаряжением, которое применяется в спасательных целях. Не только мы нуждаемся, страна нуждается в таких вот активных патриотов, которые сегодня в рамках вот таких 24-х региональных соревнований в течение 3 суток они будут показывать свои знания, умения, навыки, приходить на помощь всем тем, кто в ней нуждается. Ребята говорят, что таким урокам на свежем воздухе только рады. Скоро они отправятся домой со знаниями и новыми друзьями. Игорь Кружилин, Антон Латышев. События дня.